Итак, конструктору Фердинандов это и не снилось, но с 2002 года спортивный автомобиль Porsche решили удалить от дороги, приподнять его. То есть концерну Volkswagen Audi мало было Туарега. Решили на Туарега шильдик Porsche повесить. Причем ни то, ни другое, ни Audi Q7 за рамки среднеразмерных люксовых кроссоверов не вывезло. Назовем правильно, чуть приподнятый над землей полноприводный хэтчбек. В трех кузовах тип 995 с 2002 по 2006, тип 957 с 2007 по 2010 и тип 958 с 2011 по наш день. Делались машины в германском Лейпциге и Братиславе, Словакии. Самое интересное то, чем модель внутри своего семейства отличалась. А было их 6 модификаций: Cayenne S, 4,5 литра, V8, 340 лошадиных сил и 500 ньютонов крутящий момент. И от 0 до сотни за 7,1 секунды. С ограничением скорости в 240 км в час. Cayenne GTS 4,8, V8 на спортивной подвеске, 405 лошадиных сил, разгоняли чуть более легкий автомобиль в аэродинамическом обвесе с дешевыми дисками в 21 дюйм и не менее дешевой резине до сотни за 5,7 секунды. Дальше генерация турбовых двигателей, специально для тех, кто не очкует по транспортному налогу и не депутат. Народные избранники себя семерками бумеровскими стоковыми ограничили. И обыкновенный, тот самый, в котором было 340 лошадиных сил с объемом 4,5 V8, но уже турбо, это 450 лошадок и 5,3 до сотни. Ну а раз закуситься надо было с M-классом Mercedes ML63 AMG, на Cayenne Turbo S поставили блокировку дифференциала, кое-какие примочки и регулируемую адаптивную подвеску. А дальше начались эксперименты с двумя турбинами, и это 520 лошадиных сил и 700 ньютонов на метр и 5 секунд до сотни, и 550 лошадок и 4,6 до сотни. Ну да ладно, не дано было Porsche пилить двигатель, не дано. Но что делать Турции и бедной Европе? Только фольксвагеновский 3-литровый дизель и имя Porsche. Была еще версия в 26 автомобилей для транссибирского ралли и гибрид. В общем, надо понимать, что нормально эксплуатировать эти автомобили можно только с номерами 05, 20 и 95, где единственные и многоуважаемые главы регионов не дерут с населения транспортный налог. Ну а нам надо продавать этот Cayenne. Потому как из всех Porsche в России прижился только Cayenne. Причем их тут почти столько же, сколько в Штатах, в которых он просрал рынок тому самому Mercedes-Benz ML63 AMG. Ну вот так у нас получается. Какова страна, таковы и ценности. В смысле, там ценится рама и Mercedes, у нас несущий кузов и попытка купить Volkswagen с поршевским нутром. Коробка, шестиступенчатый автомат. Можно очень быстро погонять. И при этом, ну я вот не сильно эксплуатирую сейчас этот автомобиль, хотя хотелось бы, конечно, погонять. Кожа, магнитовая, все что угодно. А, и еще приятная особенность. Это круиз-контроль и возможность переключить коробочку в ручном режиме. И она осуществляется на руле. Тектроник, между прочим. А теперь нам разрешили, мы попробуем. На автомобиле за 1 590 000 рублей, ну, сделать такое ускорение на автомате, на шестиступенчатом, как пятку в пол. Ну, в смысле, педаль в пол. Ну, давайте попробуем. Фу-йо! Ха-ха! Ну, скажем так, вот тут расход, конечно, вырос текущий. Ну и скорость. Да. Вот он, Porsche. Да, Porsche не изменился. Он стал большим, мощным. Ну, как он и был мощным, но стал большим и внедорожным, кстати. И безопасным. Я вот насчитал, допустим, сейчас здесь 6 подушек безопасности. Но это не показатель. А показатель качества американских автомобилей. Ну, это места, где их можно приобрести. Дело в том, что зря говорят, что америкосы не умеют следить за машинами. Но еще как умеют. И америкосы не могут просто порвать эти движки. Знаете почему? Все очень просто. Федеральное ограничение скорости, и вы максимум можете путешествовать со скоростью, ну, 110 миль в час. Это, ну, да, это я прогнал, кстати, между прочим. Выше 95 это вряд ли. А вы сами подумайте, что мог случиться с такими двигателями. Да ничего не случится. Этот автомобиль будет вас катать. При этом вы будете ездить в настоящем Porsche